Привет, народ. В общем, давайте так, вот в уголочке будет сейчас ссылка на видео. Советую, крайне советую сейчас нажать на паузу это видео и перейти вот по ссылочке, посмотреть то видео. Ну и потом продолжить уже просмотр этого видео. В общем, видео будет интересным. Поехали! Заезжайте! Санек, включай зажигание. Ты мне помнишь, фотку скидывал? Помню. В общем, вот так вот. Сколько там? Значит, на 29 923 километра. В общем, сейчас я в уголочке поставлю фотографию. Санька фотографировал одометр, показания одометра. И мы посмотрим, сколько он проехал. Пока нажимаю на паузу. В общем, а ну, калькулятор не шатай. 2000 сколько? 587. Фокус. Вот, 2587 километров Санек проехал. В общем, ну, это все по украинским дорогам, да? Или нет? Нет, и по молдавским. Чуть-чуть по европейским даже, да? Да. В Молдавии Санька был у родителей и говорит, что там дороги намного лучше, чем в Украине. Поэтому, ну... Как бы получается, что треть пути по украинским и одна третья по молдавским дорогам. Поехали посмотрим теперь вниз, что там у нас, с нашей изолентой. Потому что было очень много комментариев, что эта изолента не проживет и тысячи километров. Ну вот почти 2,5, да, мы проехали? Больше. Даже больше, да? Так, все в подвале включаем. Вытаскивай, да, вот эту штуку, щит. Так, так, берем фонарик с собой и погнали. Посмотрим на нашу изоленту. Я, честно говоря, не видел результата. Ну вот, сейчас вместе с вами смотрим. Никаких проблем вообще абсолютно нету. Здесь, с этой стороны, ребята, никаких проблем абсолютно нету. Ну, кто кричал, что изолента это бред собачий, и что она порвется в первых же 300-500 километров? Ну, я жду комментарий, где написано: Руслан Николаевич, извините, берем свои слова обратно. Потому как, ребята, ну вот, смотрите, изолента, и вот, смотрите, ее состояние. Сейчас я сделаю так, чтобы камера не тряслась. И вот с этой стороны то же самое. То есть состояние изоленты идеальное. Никаких повреждений, никаких, ну ничего вообще нет, ребята. 2500 километров по украинским конченным убитым дорогам. Смотрите сами, изолента в состоянии, как мы ее намотали, так она и есть. Так что сейчас я приеду домой, загружу это видео и буду читать комментарии. Русик, беру свои слова обратно. Хоть один комментарий я такой найду, интересно или нет. Я думаю, что не найду ни одного. Потому что сразу повылазила куча троллей тогда, что все это бред. Ну вот, 2500. Ну, причем Санька ездит по нашим дорогам. То есть мы не в Европе живем. У нас ямы, канавы и все остальное. Вот так вот. Нет никаких проблем, абсолютно. Вот, смотрите, состояние. Вот так вот. Нигде ничего, абсолютно, абсолютно. Ну, в принципе, заходи, смотри на, или ты увидел все, что хотел? Я видел. Ну, если честно сказать, то после того, как мы загрузили видео, да, данное, да, сейчас я камеру вот так сделаю, если честно сказать, то Санька, когда мы мотали изоленту, вообще, ну, не было у него сомнений в том, что она выдержит. Но когда он посчитал комментарии под видео, позвонил, говорю: Русик, а давай через 1000 проверим. Потому что, говорит, люди пишут, что все порвется. Было? Было, было. Да, то есть, как бы, ну, сам сомнения такие начали его терзать. Я говорю: Санек, я уверен 100%, что с данной изолентой, это ж не просто изолента, да? Это вот хитрая такая изолента для подкапотного пространства она. То есть эта изолента, ну, мне так кажется, что на основе стеклоткани какой-то. То есть с ней абсолютно, как видите сами, ничего не произошло.
Ну и ничего не могло произойти. То есть она отходит еще тысяч, я думаю, 50, а то может быть и больше. Никаких проблем абсолютно за 2500. Поэтому, ну, кто-то должен извиниться, по идее, да? Ну ладно, не будем. Все, пока-пока, увидимся.